Здесь звучат ритмичные треки, витает атмосфера праздника и бьет ключом энергия. Похоже на настоящую вечеринку, но на самом деле это новое направление фитнеса – джампинг, то есть прыжки на батутах. Не филонит и мама в декрете Нина Миненко, занимается третий месяц. Втянулась быстро, уже есть первые успехи – минус 5 килограммов. Кровь играет, лимфа разгоняется, обмен веществ ускоряется, поэтому как бы бодрость, сила, энергия прибавляется. Плюсы в том, что тренироваться можно вместе с ребенком. Маленькая Злата удивляет своей усердностью. Ты вот так наравне со взрослыми, да, занимаешься? Ну да. Нравится тебе? Да. Молодец. На первом занятии так прыгать не получится. Нужно начинать с азов. Сейчас тренер Ирина проведет для нас небольшой мастер-класс, как для новичков. Расскажите, с чего нужно начинать? Поднимаемся, наподнимаемся. Это первое, с чего начинаем. Положение ног у нас. Полусогнутые колени, таз назад, ровная спина. В этом положении мы находимся все занятие. Одно упражнение – баланс. Вес тела переносим справа налево, справа налево. Ноги не отрываем и делаем все через низ. Отлично. Дальше сложнее, нужно время, чтобы приловчиться. Но у тех, кто старается, все получается. Занятия джампингом проходят в 4 этапа. Разминка, затем кардио, то есть интенсивные прыжки, длятся 35 минут. Следующие 20 на растяжку и силовую нагрузку. 3, 2, 1, нижний, держим голову. Держим. В комплексе джампинг повышает выносливость, развивает все группы мышц, координацию и приводит в порядок наше тело. Мы хорошо сжигаем жиры, идет лимфодренаж. Девочки прощаются не только с лишними килограммами, сантиметрами, но и с целлюлитом. То есть это явная проблема всех наших девочек. В общем, в целом для красивой фигуры. Особенно да? Это актуально к лету. Часы не обманывают, почти 1000 калорий за занятие. Представляете? Ну супер. Да, классно. Но самое главное, во время таких тренировок растет уровень эндорфинов, так что радуйте себя, любимых, и... Занимайтесь спортом! Екатерина Серегина, Влад Мошек, «Утро нового дня».